В настоящее время полицейскими установлена его причастность к совершению 8 преступлений в отношении женщин старше 60 лет. Подозреваемый следовал за ними до подъезда и срывал с их ушей золотые серьги. Похищенное имущество задержанный сбывал в ломбарды, вырученными денежными средствами распоряжался по своему усмотрению. Следствие предполагает, что это лишь малая часть прегрешений задержанного. В прошлом 40-летний челябинец не раз привлекался за грабежи. На этот раз подозреваемому грозит до 7 лет тюрьмы. А вы что совершили? Зачем совершаете преступление тогда?